Друзья, всем привет! У меня на обзоре сегодня побывает два необычных устройства. Это вот такой вот телефончик, совсем дешевенький, за, по-моему, $10, может быть, 11, не помню точно, сколько он стоит. Смотрите в описании. Пришли они вместе. Это так называемый картфон. Вот в такой вот коробочке поставляется. То есть телефон-карточка. Ультра маленький телефон. Вот такой вот цвет. Можно так сказать, это бабушкафон. И комплект поставки, собственно, ну, комплект поставки, если можно так называть громким словом. Вот такой вот USB шнур. Самый простой. Берете зарядку. И вот, вот так вот делаете. Да, можно от пауэрбанка зарядить, например, телефон. Вот, идет наша зарядочка. Пожалуйста, телефончик заряжается. Он меньше, чем пауэрбанк. Очень удобный такой вот, можно так сказать, шпионский телефон. Сим-карты вот куда у нас устанавливаются. Вот такой вот есть разъемчик. Вот так вот нажимается, сюда устанавливается сим-карточка. И можно звонить. Далее просто вот так вот закрываем. И все, готово. Есть вот какой-то переключатель, я так понимаю, это совсем заблокировать устройство, чтобы оно не включалось. А можно вот включить его. Русская клавиатура поддерживается, микрофон вот есть. И динамик. Телефонная книга вот такая. Давайте сразу нащупаем, где здесь есть русский язык. Функции телефона. Вот язык. Вот он, русский язык. Готово. Параметры экрана здесь есть. Автоматическая блокировка. Показ даты и времени включено. Написать сообщение можно, вот смски. Полученные сообщения. Добавить новый контакт. Добавить. Есть калькулятор, Bluetooth, список исходящих звонков. Даже Bluetooth есть, друзья. Удивительно. Видимость вот настраивается, Bluetooth. Устройство. Профили пользователя, это звуки, без звука, совещание на улице, общий. Активировать, настроить тип оповещения, только звонок. Звонок повторяющийся и тип звонков. Ну, в общем, да, вы узнаете мелодию, да? Только звучит она здесь трэшово. Это можно слушать вечно. Если хотите поприкалываться над друзьями, вот вам телефон для этих целей. Всего за $10. Мне понравилась эта мелодия. Громкость звонка. То есть вот такие трэшовые мелодии можно даже делать громче. Звук клавиатуры. Щелчок есть, бесшумный режим. Ну и в общем, собственно, вот все по звуку. Установки, настройки телефона, дата и время, режим энергосбережения есть. Вот как.
ярлыки. Это сообщение, настройки безопасности, защита телефона, блокировка телефона, то есть пароль. Восстановление заводских настроек. Здесь есть календарь, будильник, калькулятор вот такой вот простенький, да? Плюс, минус, ну и так далее. Телефонная книга, можно вводить вот кого угодно, кого хотите. Русский язык есть. Метод ввода. Вот выбираете русский язык. И будет у вас русский язык. Все как на обычном кнопочном телефоне. Если помните, да? Готово. И вот у вас контакт будет сохранен. Ну, Bluetooth это понятно, что. Календарь, будильник. Калькулятор. Вот и все, друзья. Вот такой вот простенький телефончик вешается вот, не знаю, на шею, там в виде брелка просто, чтобы была связь ребенку, самому себе можно купить такой телефон, или своей девушке, своей маме, там бабушке. В общем, друзья, вот такой вот бабушкафон. Очень рекомендую. Прикольный телефончик. Неплохой. Давайте рассмотрим наш следующий телефон. Это Servo V8240. Это уже более такой вот серьезный телефон. Комплект поставки, значит, у нас здесь зарядное устройство. Вот такое вот зарядное устройство. Универсальное, тоже с обычным разъемом USB, мини-USB, вот как на всех смартфонах и так далее. Значит, 500 мА, 5 вольт. Вот так. Больше в коробке ничего нет. Хочу заметить, что здесь три расцветки есть. Вот такой вот. Ну, на сайте увидите, да, если перейдете по ссылкам. Потом вот такой вот белый с голубым. И голубой с черным, помимо оранжевого с черным. Здесь написано, что есть WhatsApp и Facebook. Ну и, собственно, Made in China. Здесь даже есть оперативная память 64 мегабайта. И 32 гигабайта встроенной памяти. И вот размеры экрана 1,77 дюймов. 128 на 160 разрешение. Вот так-то, друзья, вот как круто. Так вот, здесь вот есть стандартный джек под наушники, потом есть еще дополнительный разъем под Nokia зарядные. То есть, если у вас это гнездо сломается, то вы всегда сможете дополнительно подключить зарядку от Nokia. То есть, телефон, в принципе, сделан таким достаточно живучим, выносливым устройством. Есть вот динамик музыкальный, помимо разговорного. Здесь где-то есть микрофон. Вот он микрофон. Далее нанесено название. Кнопочки у нас, в принципе, знаете, устройство, ну, достаточно хорошего качества. Пластик такой дубовый, на ощупь, ну, больше приятный, чем неприятный, я бы так сказал. Чувствуется, что устройство, конечно, бюджетненькое, но честно, бюджетное такое вот, сделано добротно. Добротно, фирмово, я бы так сказал даже. Хотя, некая китайщина здесь все-таки есть. Вот, особенно вот эти кнопочки, какие-то они хлипенькие по бокам. Ну, а так в целом ничего. Чувствуется, что телефон лучше не ронять. Вот как-то пластик этот не внушает доверия, и он не очень прочный. Как бы телефоны от Samsung старенькие, вот такого вот плана, были как-то пожестче, что ли. Вот такая вот крышечка. Здесь у нас батарея на 1500 мАч. Здесь вот динамик, глазок камеры, светодиодная вспышка. Здесь вот металлические вставки. Сама батарея, чтобы вы видели, да, параметры, какие у нее. Литий-ионовая на 1500 мАч. Вот такая вот. Отклеиваем вот эту вот защитную штучку. Ну и, собственно, вот написана модель и
SIM-карты, есть слот под microSD-карты. Давайте установим SIM-карточки туда сейчас. Первое включение. Здесь почему-то есть 1980 год. Да, но звуки, конечно, здесь зачетные, ничего не скажешь. Нас встречает вот такое меню. Хочу сделать немножечко контраст поменьше, ибо он слишком большой. Засвет на телефоне будет, на который я сейчас снимаю. Смотрите, есть у нас здесь браузер Internet Explorer встроенный. Настройки, далее игры, Змейка, Тетрис, Сакабан какой-то, мультимедиа, файловый менеджер, приложение, будильник, фонарик. Вот как он светит. Ну, откровенно не яркий, совсем такой базовый. Так, знаете, подсветить там, я не знаю, ключи, замок, замочную скважину, что-то такое. В общем, не совсем хороший здесь будильник. Календарь есть, калькулятор, плюс-минус, разделить, мировое время, таймер, я так понимаю, секундомер, конвертация единиц, вес, длина, килограмм, фунт, погода, гороскоп, сопряжение. Ага, это, по-моему, Bluetooth. Bluetooth, да. Журнал вызовов, сообщения. И далее WhatsApp, Opera даже, представляете, и Facebook. Вот так-то. Есть музыкальный плеер, вот. Нажатием кнопки вот так вот он активируется. Выбор громкости. А здесь вот можно выбрать камеру, я так понимаю. Есть вот видеокамера, какое у нас тут разрешение доступно. Размер снимков 640 на 480 максимальная, стандартная, наилучшая, самая низкая, полосы 50 Гц, звук затвора активировано, автосохранение активировано. Хранить на карте памяти, либо на телефоне. Ну, размер снимков, к сожалению, не 1,3 мегапикселя, как я думал, а всего лишь 640 на 480. Вот, как бы, видеокамера у нас... Разрешение в 320 на 240. Ну давайте попробуем что-нибудь снять на видеокамеру. Видео не хочет писать без карты памяти. Установил карту памяти. И сейчас вот попробуем записать видео. Хотя это, конечно, смешно на такой телефончик писать в разрешении 320 на 240. Но, тем не менее, нам же нужно знать, что мы получили за 13 долларов. Сейчас вот попробуем записать видео, хотя это, конечно, смешно на такой телефончик писать в разрешении 320 на 240, но, тем не менее, нам же нужно знать, что мы получили за 13 долларов. И приятно осознавать, что хоть какая-то камера есть, не знаю, там, ну, какое-нибудь событие можно будет записать. Света сейчас в комнате достаточно. Теперь дальше немножко на расстоянии 10 сантиметров. Теперь вообще вот далеко на расстоянии примерно полуметра. Вот так вот слышно. Ну, конечно, качество смешное, просто смешное по сегодняшним меркам. Зато, друзья, название фотофайлов такое вот серьезное. DST... И т.д. как на фотоаппаратах Fujifilm, прям с такой заявочкой. Смотрите, при фотографировании срабатывает вспышка, что удивительно просто. Я такого не наблюдал на таких вот аппаратах, бабушкафонах таких вот, чтобы вспышка еще срабатывала в этот момент. То есть это вообще забавно, даже больше, чем реально от этого какая-то польза есть. То есть это смех настоящий. Производитель явно шутит. В общем, и здесь есть даже цифровое увеличение, смотрите, 8 раз, представляете, 8 раз. Ну давайте на таком увеличении что-нибудь попробуем сфотографировать, мне даже интересно. Вот как это все выглядит, ужасно размыто, конечно, не ахти.
сообщения. Вот можно писать что вам угодно. Здесь добавить контактный. Разблокировка вот как делается. Нажатием вот этой кнопки. Здесь наш музыкальный плеер. Есть плейлисты, я так понимаю, даже с заявочкой, так вот, знаете. Это вот браузер. Смотрите на нажатие кнопки FM радио, как телефон реагирует. Даже пытается что-то искать без наушников, кстати, замечу. Вы представляете, он ловит радио без наушников. Обычно такие телефоны этого не умеют делать подобного плана. Я извиняюсь, тут радио не слишком много всяких каналов. Один канал, да и тут доисторический. Поэтому радио протестировать нормально не получится. Даже запись есть, смотрите. Когда что-то играет, видимо, можно записывать вот трансляции. Настройка вызовов, экран, обои. Можно фотографии как обои устанавливать. У нас тут одни обои, контраст. Еще настройка дисплея. Что показывать на дисплее? Аудиоплеер, сим-карта, таймер. Далее подсветка, сколько будет секунд у нас. 10, 15 и т.д. Время подсветки, я так понимаю, клавиш, наверное. Автоматическая блокировка, через сколько произойдет. Безопасность, пин-коды, блокировки всяческие, профили звука, стандартные, бесшумные, вибрация. Соединение это, я так понимаю, интернет, судя по всему. И вот есть файловый менеджер, чтобы можно было по нашему файловому хранилищу. Вот фотографии наши. Чтобы зайти в папку, нажимаем вот эту вот кнопку посередине. Аудиофайлы у нас пустые, ничего нет. Аларм у нас пустой. Вот сообщение, можно написать новое, MMS, SMS, здесь вводится номер, здесь вводим само сообщение традиционно, как на всех телефонах, добавить смайлики, можно вот смайлики добавлять к сообщению, ставить шаблон, добавить контактную информацию, сохранить как черновик, выход. И отправить. Вот отправить. Это очистить. Настройка мелодии. Ну вот так вот телефончик играет. Вы знаете, а неплохо для такой цены. Телефончик играет неплохо. В принципе, громкость звонка. Телефон громкий. Есть вибрация. Звук клавиш. Бесшумный режим есть. Сигнал разряда батареи. Ну, в общем, я считаю, что для такого телефона функций здесь вполне достаточно. И MP3 плеер, и чего тут только нет. И запись с FM радио, и само FM радио. И можно перекодировать фильмы какие-то посмотреть. И диктофон вот даже есть, посмотрите. Формат. Даже WAV, друзья, в WAV формате пишет. Вообще замечательно. Давайте попробуем что-то записать.
Привет. Это проверка диктофона на телефоне Servo V8240. Вот такое вот качество звука. И пишет, что недостаточно места. Наверное, мы заполнили всю встроенную память. Привет. Это проверка диктофона на телефоне Servo V8240. Поэтому нам нужно выбрать карту памяти. Вот, и можно записывать. Привет. Это проверка диктофона на телефоне Servo V8240. Ну, в общем, вы все сами слышите. Вот так-то, друзья. Ну и мне интересно посмотреть, как же тут Facebook работает. Наверное, от браузера он заходит в меню, вводите пароль, вводите логин, и можно вот так вот заходить в Facebook. И жалко, что контакта здесь нет. WhatsApp даже есть. Но это если у вас имеется интернет. И зато никаких вирусов, друзья. То есть можно подключить обычный GPS-интернет. И вот через Opera заходить в свои любимые сервисы, в принципе, точно так же, как с любого мобильника. Вводите адрес, история, закладки есть. Вот. В общем, обычная рабочая лошадка. Давайте проверим игры, змейку. Ну, обычная стандартная змейка. Вот можно паузу поставить. В общем, вот так вот. Тетрис. Стандартный тетрис такой вот. Кое везде есть. Сопка бан какой-то. Даже честно не знаю, как в эту игру играть. Не хочу разбираться сейчас. А вот есть помощь, да. Здесь все написано. В общем. Ну, что еще вам показать? Даже не знаю, что здесь еще есть. В принципе, все мы посмотрели. И одной кнопкой вот вызов сразу MP3 плеера. Здесь делаете плейлисты и слушаете. На карту памяти забрасываете файлы и вперед. Вот можно включить одной кнопкой уже прямо отсюда вот фонарик, да? Вот нажимаем 0, держим, отключаем. Нажимаем 0, держим, включаем фонарик. Вот, пожалуйста. Вот так-то. Вот такой вот, друзья, обзор небольшой на телефончики. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, бла-бла-бла-бла-бла, ну и все такое прочее. Ссылки все в описании. Обязательно зарегистрируйтесь в сервисах, которые позволят вам экономить деньги. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Почему это стоит делать? Сделать, потому что там самые выгодные предложения, которые я собираю специально для того, чтобы вы могли экономить и выгодно делать покупки. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы сэкономить много денег на покупках. А мы с вами прощаемся. До следующих выпусков. Пока!